Хотим, чтобы вы отсюда уехали в положительном настроении.
подарками для всех участников. Чтобы была атмосфера для вас, чтобы вместе с вами стояли и ваши родители. Отцы и дети, мы разделили моего дорога на две категории. Это отцы и дети до 14 лет и отцы и дети до 14 плюс. Чтобы те, вот Саша Базаров, будет с моим сыном, чтобы у которого 6 лет, чтобы они могли претендовать на полноценную победу. Ольга Визонова выходит на дистанцию, чтобы тоже они могли претендовать. И многие из вас, конечно, те же родители, дети постарше, будут, конечно, во второй категории с родителями постарше. Это множество таких. Что еще для нас с вами? Но я надеюсь, что праздник нам отдаст. Еще раз прошу, если вдруг какие-то сроковатости для вас работы, Мила Елена, Милу, наш организатор, Мила, моя помощница, вот она в белой майке стоит. Если вдруг какие-то занятия, что-то поменять кого-то, она весь год, она и Анатолий, вот Анатолий сделал. Они работали весь год, они снимают видео для вас, они делают из гребли что-то более популярное, они с вами созваниваются, информируют федерации, постоянно собирают заявки, рассылают вызовы, они делают огромную работу, все подарки и кубки это заказывали они, старались сделать, чтобы каждый месяц, чтобы ведущие медали была индивидуальная, лучше, чем на олимпийских медалях. Это делается для того, чтобы правильно состояние. Еще раз прошу вас, извините, если вдруг какие-то пока доклады. Если вдруг вы хотите что-то заменить, второй этаж вывешен. Людмила, вы ее все увидите. Если вдруг организационный вопрос, Анатолий тоже готов помочь, будете подарок, призов, все будет производиться здесь, все будет удобно. Вы видите, мы вам арку, которую вам Анатолий, все мы родили на вас. Прошу вас завтра, посмотрите стартовую такую. За час до начала категория отцы и дети, мы очень просим вас, родители с детьми, те, кто участвует в категории отцы и дети, 7 месяцев, собраться около этой арки для совместного фотографирования. Хорошо? Обязательно запомним это, чтобы вот эта легенда, где родители с детьми вместе, это замечательно, сели в одном и понятно, и готовы. Всем собраться на арке. И я вас прошу, да вот сегодня начинается здесь, вот там на площади, на административном здании. Мила, а вы усилили, что вы начали? Все еще начали говорить. Приходите все, отдохните, повеселитесь. Здесь все для вас, отдохните, чтобы вы смогли выразить свои эмоции, познакомиться друг с другом, потанцевать, познакомиться с девчонками мальчиками, или Мы родители, наверное, приветствуем вас, что вы нас на нашем пути. К сожалению, два
мы на кухне получаем все приборы и чемпионы. И без приборы и приборы. И каждый день на микрофон. Посмотрите, какой уровень кухня за шуру жили. Вообще новый. Это оттуда мы вышли, да, так и вы покупали. Есть такие кухни у вас? Я думаю, вы получите удовольствие. Итак, друзья, разрешите представить нас с Андреем тренера, когда мы тренировались. Светлана Федоровна и ее муж Салат Борисович. Его сегодня на канале. Его сегодня нет, он в Португалии, на чемпионате мира. Вот. Но это вот наши тренеры. Тоже сегодня они тренируют в Сатори.